Надо найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Дай-ка я. Ну вот. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь.
Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Алиса? А у нас когда-нибудь так будет? Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Мы с Лютером будем рядом. Сейчас тебе надо поспать. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка о принцессе, которая... Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке. Которая не была счастлива. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... Призрак, который жил в доме, делал ее несчастной. И она встретила машину. Эта машина всегда подчинялась хозяину, но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. И найти себе настоящий дом. По пути они встретили очень много опасностей, но... Они были такие храбрые, что все преодолели. По пути они встретили доброго великана, который их защищал. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются. А по правде все не так. Пора спать.
Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. А ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим, но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Она чудесная. Просто удивительная. Я знаю не так много маленьких девочек. Но мне кажется, она особенная. Машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, стоит ли нам. Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Пожалуйста! Пусть девочка залезает! Карусель сейчас поедет!
впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того. До чего? До того. Да ни до чего. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Это ваш сын? Да? Да. Его звали Коул. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели. Произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Они могут симулировать эмоции, но они машины. А машины ничего не чувствуют. Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек. А на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Вашим собутыльником. Или просто машиной, которая исполняет задачу. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила?
Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Разумеется, я не испытывал эмоций. Я машина. Машины ничего не чувствуют. А я вот тебя убью, и ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Коннор. Этого делать не стоит. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Откуда в вас столько злости, лейтенант? Может, вы сами пережили какую-то травму? Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник, откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую и точно знаю, кто я такой. Куда вы идете? Пить дальше! Мне надо подумать. Больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо.